Всем привет! У нас второй день поступления. Мы сейчас поедем в Услабинск. Будем там подавать заявление. Настя меня настропалила. Мама, доказывай, что есть такой закон о том, что должны быть квоты. Ладно, будем настаивать. Мы уже собрали малину. Сегодня сдали на 3000. По 120 рублей за баночку приняли. Не-не-не, эта машина сломана. Мы на папиной поедем. Ну, сейчас Настя придет. И поедем. Там подадим, потом приедем сюда. Тут подадим заявление. Ну и у нас еще время навалом. Может, еще что-нибудь подберем. Там будем подавать в других местах. Всё, закончился массаж. Да. Я сказала, что во вторник. Осталось 3-4. Ага. Дома покажем. Я себе пошла. Вообще-то я себе покупать босоножки. Мои разваливаются совсем. В итоге купила себе брюки и футболку. Наконец-то. У меня одни единственные летние. Ну, дома покажем. Все, мы поехали в педагогический колледж. Заявление подавать. Мы около колледжа, но там еще минут 10 обед. Мы зашли кофе попить. Да. Софика себе выбрала пончик. Да? Ты пончик выбрала? И сок. А мы просто кофе с Настей попьем. Дариночка еще взяла себе торт Сникерс. Кусочек. Сейчас узнаете, подали мы заявление или мы уже приехали в Ладожскую. Не снимала, мы как-то подавали, там столько писанины. Боже, мы целый час писали заявление. Почему мы целый час писали? Потому что мы подали сразу на 3 специальности. Короче, написали мы на все 9 профессии. Это шахматный дизайнер. Да. И еще дочь, даже я не выговорю. Социально-культурная деятельность. Да, и социально-культурная деятельность. Короче, мы отдали оригиналы на ландшафтный дизайн, а остальные ксерокопии. И вот писали мы 3 экземпляра бумаг, это очень-очень долго. Поэтому мы в Ладожскую опоздали. Может быть, завтра съездим, подадим. У нас остался в Ладожской, оказывается, только повар-кондитер. Остальное все убрали. Ну ладно, мы в магазин пришли. Поэтому мы подали на 3 специальности. Но если на 2 не попадем, ну какой-нибудь все равно стрельнет, да? Это круто, когда можно намного подать сразу. Воды нету. Кстати, приехали, воды нет. Так, что мы купили? Леонардо, Дарина себе хлебца купила. Чай у нас закончился. И Настя собирается делать салат. Вот она купила тут все на салат. Вот. Вот такой вот сыр купила. Это Софийка выбрала. У нас дом, по-моему, где-то есть, но она все равно попросила. И хлеб. Вот, на салат огурцы у нас есть. Я уже успела поставить стирку. Мама, стой, подожди. А воды нету. Сейчас, стой. Сейчас. Что случилось? Мама, будем какой-то салат сегодня делать? Да, Настя будет делать. Фактически. Угу. О, папка успел воду набрать. Че, малину ешь? Она вчерашняя еще. Угу. Вася на улице, как всегда. Че ты там, Саша, прячешь горшок? Помоги. Дариночка, помоги Саше горшок помыть, пожалуйста. Воды-то нету. Не знаю. И, в общем, купила я. Сейчас покажу. А что случилось? Купила себе вот такую футболку. Вот, посмотрите, коричневую. Она мне так хорошо, я ее померила. И взяла себе вот такие штаны. Вот, у меня точно такие же, только у меня желтые. В общем, вот, очень тоненькие, светленькие. Мы приехали в магазин одежды, обувь. Настя хочет. Сегодня
Ага, сегодня Настя одела свое желтое платье. О, ничего. Вот такое. И говорит, все, мам, не могу его носить. То ли она села, то ли я подросла. Совсем короткая. Сказала, больше не одену. Я говорю, ну, можно. У меня есть такое, Олимпия 2. Вот точно такое, что такое беленькое. Ага. А ну, это желтое Дарине отдаст. Это, мам, красиво, да. Вот эти. Это тоже красиво. Ну, и дед заодно приехал. Сланцы ему посмотрим, у него порвались. Бриджи надо, вдвое бридж пока ремонтировал, там ремонт делал. Оно какое-то теплое, надо какое-то летнее. У нас за 35 температура. Вот, 44 и рукава еще. Ну. Невысокие хорошо могут такие носить. Ну вот, есть длинные, но они тоже толстые. Угу. Я бы вот прям хотела вот такое ходить. Толстая. Я толстая. Ну, что-нибудь все равно выбери, померь. Вот беленькая, но только она, смотри, какая узкая. Ну, да, они идут 48-го, и все. Угу. 48, куда я его начали носить? Ну, никак, да. Как вот это вот. Ну, придется такое взять, померить. Вон голубенькая тоже, вот ничего такое, рукавчики, вон, смотрите, но тоже маленькое, малюсенькое. Ладно, сейчас что-нибудь подберем. Софийка говорит, бабка. Ну, может быть, то, что цвет такой? Ну, верно. Мам, пока. Пока. София. Не. Что-то вообще ужасное. Тут оно мне большое, прям. Как будто 50 с лишним тебе. Мамаси! Да, вот этот фасон нормальный. Мамаси! 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 Что это такое? А, смотри. Просто, наверное, из-за того, что у меня бедра большие, у меня ничего. Папа, пап! А этот вишено. Пап! Привой. Смотрю. Ой, как красиво. 52, да, мам? Ну, меньше не надо. Угу. Нет, это хорошее. Угу. Запас есть? Вот. Ну, другой фасон, по-другому смотрится. Не, фасон вообще. Верх был бы другой. Ну, вот я уже мерила такой, из-за того, что они так сшиты тут для груди, некрасиво вообще. Ну, ну. Так, он тебе маленький. Он тебе маленький. Я пойду. Так, разденься. Угу. Да, это вот как оно то. Такое, что такое зеленое, это а мне это больше нравится. Рядом поставь. Этот цвет больше нравится, как будто как ты прям поменьше, чем в этом. Не-не-не, вот это черное лучше. Ну, потемнее, которое. Угу. Ну вот. А какой размер? Это, по-моему, даже побольше, посмотри. Ну-ка. 52. 52. И тот тоже 52. Не, это все равно как-то поменьше на тебе выглядит, да, чем то. Ну хорошо, хорошо. Мерьте. Чего это будешь брать? Угу. Ну, хорошенькая. До этого мы были планета одежды обуви, а сейчас в ударные цены.
Там Настя только платьечко вот это вот темно-синенькое купила за 900 рублей. Я говорю, ну за 900 можно и 5 купить, ходить. Купальники там так и не понравились. Отец себе вообще ничего не нашел. Хотел сланцы взять себе. Ну не сланцы, а как они, блин, шлепки. И эти шорты. Ах, куда смотреть, даже не знаю, каждый раз смотрю, думаю, вот туда надо смотреть, его пальцем тыкаешь. В общем, продали мы малину, купили себе обновок. Сейчас домой приедем и покажем. Устали? Ох, замучили с нами по магазинам ходить. Василию Владимировичу хотя бы набрали одежды. Ну, себе немножко взяла и Васе. Ну, сегодня же малину надо. На 3000 аж сдали. Все. Девчонки. Ой, они уже все накупали, что ли? А вы что, уже все? Да. А Дарин с вами лазила? Да. Вот я купальник. Сима! Сим! Иди сюда! Потеряли тебя уже все. О, зевает, Симка. Да мы вроде недолго были, всего 2 часа где-то. А мы только что были. Надоело? Нет. Надоело купаться? Иди полоскай заново. Сейчас пойдем покажем, что мы купили. Что, тебя снимать? Ну, давай. Подожди, доча. Сейчас деда еще оденется. Пока смот начался. Да. Посмотрите, купила я вот такие себе штаны. Единственное, теперь что, отойди. У меня в них ноги очень кривые. Вообще у меня прямые ноги. Ну, за... это, наверное, капри. У высоких женщин они вот так вот. Ну, у меня, что те, что эти, они вот брючками. 1,47 м. И вот такая футболочка. Я сама такая же черная, как коричневая, как эта футболка. И босоножки мы наконец-то нашли. Да, нашли мы босоножки. Они на резиночках, легенькие, нигде не давит. Сколько мы мерили, знаете, вот прям давит мне на ноги. И так ноги все больные. Отцовские, иди сюда. Он ушел куда-то. Еврей. Смотрите, какой красивый. Это мы покупали в салоне. Это не одежда, а обувь. Я себе на рынке брала. Там вот одежда обуви, такой одежды нет. Вот смотрите, какие штаны мы купили, прям как он искал. Футболка сеточка. Вот такая. Стоит 1400. А почему? Мы богатые. Мы малину сдали. Вот. Ну и просто покажи. И сланцы он себе новые взял. Вот такие еще. Тоже тоненькие. А, цены не знаю. А, 950 аж. Ой-ой-ой. Ага. Смотрите, купили Томе купальник. Она такая маленькая, 28 размер. На, у тебя есть новый. И купили на работу Васе. Вот такие штаны тоже. Они тоненькие. Ну, уж не будет мерить. У него были 2 таких, он их порвал все от железа. Поэтому взяли. Вот такие у нас обновочки. Ну и Настя себе платье купила. Крутая, да? Ну тебе хорошо очень, да. Ну. Такая прям современная сразу. И обувь такая красивая. Ага, обувь удобная. Я как долго искала, как мне надо. Она такая легкая. Как у меня только нет. Нигде не давит, ничего не будет тереть. Софи, посмотри на бабушку. Красивая бабушка? Да. Скажи. Ой, какая бабушка красивая. А то у меня одни единственные желтые. Теперь будет еще коричневые. Это что такое? Это я нашла. Покажи. Ой-я! Ой-я! Два одинаковых. Ой-я! Они специально сказали, чтобы вот тут вот были лямочки. А то продают вот на этих подтяжках. А вот они вот эти вот лучше купальники. Потому что тут лямка такая вот. 20 размеров размер. Ну, тумочка у нас маленькая.
Семечки щелкаешь? Значит, ты салат делала. Вот, помощник все маленький. Вася говорит, надо вот такую пупырышку, вот видите, как у нас синенькая, и на маленький купить. Он у нас 1,80 м. Понравился, да, ему? Угу. Вообще вот эта вот штука синенькая, но она не дешевая, правда. 4 с копейками стоит. Он Вася накрывает. Полный набрал. Ну да, да. У нас время 8 часов, я только готовить начинаю. Лагман у меня сегодня будет. Мясо, правда, немножко жирноватое. Еще картошку просто отварю. И Васину любимую летнюю вкусняшку. Помидоры, перец, чеснок приготовлю. Что-то мне кажется, видео вообще размытое. Так, время у нас уже 10 часов. Настя Софийку будет укладывать. Дарина тоже легла. Дети в свои телефоны уселись. Многие напишут, что я так поздно готовлю, но я готовила на завтра. Завтра мы с Настей уезжаем, можно сказать, на весь день, поэтому мне надо было приготовить сегодня. Вот я приготовила лагман, картошку отварила свежую. Может, макароны остались? Не, макароны доели. Сегодня мы доедали уху и макароны. Вот, ну и на завтра приготовила. И перец с помидорами пожарила и с чесноком. У нас их только Вася ест и Дарина. Больше никто. Все, дорогие мои, мы будем с вами прощаться. Всем пока. Мама, подожди, что у нас есть.